Всем привет! Наконец-таки мы добрались до очень важного шага подтверждения домена. Ну что, вы уже зашли в Event Manager и нажали, конечно же, на кнопочку «Подтвердить домен». Так, значит, прежде всего, нам нужно его добавить. Добавить. Не подтвержден. Значит, что мы делаем? Нам нужно добавить метатег в наш сайт. Для этого мы копируем, вот, добавьте метатег, копируем в буфер обмена, затем переходим в Wix. Переходим в панель управления нашего сайта. Идем в левая панель, идем в раздел «Настройки». Спускаемся в самый низ. Нам нужен раздел «Дополнительно». И здесь есть такой подраздел «Пользовательский код». Нам нужно добавить новый код. Куда мы его будем добавлять? Нам нужно его добавить вверх, в самый верх, «Head». Нажимаем кнопочку «Добавить». Дайте ему название. Обратите внимание, что вы можете установить код на все страницы или выбрать конкретные какие-то страницы. Где разместить? На все страницы мы будем его ставить. Где размещать код? В head, в самом верху. Не забываем про это. Добавляем. Все. Все мы сделали. Переходим на главную. Переходим в сайт и на всякий случай нажимаем кнопочку «Опубликовать сайт» для надежности. Так, переходим. Проверяем пиксели. Пиксели установлены. И теперь возвращаемся в Facebook. Да. Все подтверждено, все работает. Ура! Делайте то же самое, и ваш домен будет подтвержден.